езда с препятствиями, так же, как и ходьба с препятствиями. Яма на яме яму покрывает. Ходить здесь невозможно вообще, а ездить еще более-менее, но машину постоянно в ремонт сдавать. У нас очень много пожилых людей, детей. Так пешком здесь ходить вообще невозможно. Либо нужно одевать резиновые сапоги, плащ-дождевик, брать зонт. Потому что машины ездят, все брызгают людей. Летом это пыль невозможная. В том году была перекрыта улица Украинская, центральная. И через наш двор проезжали машины на ТЭЦ, переулок Энергетиков и дальше. И вот смотрите, нам заасфальтировали кусочек въезда во двор. Ну, вы видите, как заасфальтировали уже ямы. И этот кусочек заасфальтирован вот туда влево, чуть-чуть, на несколько метров, вот примерно до мусорных баков. А теперь въезжаем во двор. Здесь вообще гулять детей во двор отправлять нету смысла, чтоб они бегали тут по лужам или что. Вот, смотрите, ямы, лужи.